Хочу вам показать просто нашу прогулку, наши походики, немножко ресторанов, немножко музеев, немножко архитектуры. Смотрите вместе со мной. Обязательно подпишитесь на мой канал, не забудьте поставить лайк. И я вас жду снова и снова. Дальше без комментариев. Приятно. Дальше интересно. С какими-то чучелунами. Где-то, то какого-то ладана, такой прекрасный городок, прям действительно корона испанского побережья. И вот выходим в такой красивый дворец. Мирная лавка, и то, что мне понравилось, ты посмотри, какие красивые здесь переднички. Вот что нужно привозить девочкам красивого. И мужской такой классный, прям уже нужно и кубики не качать, они уже накачаны. Ой, ой. Ну какая ж красота, какая ж красота. Вееры, пожалуйста, всякие там магнитики, носочки, тарелочки. Я Валенсия прям удивила, шикарное место, такие красивые фонтаны, площади. Сколько зелени, много очень воды, вообще супер. Красота. Какой-то праздник готовится. Вот оттуда мы пришли. Это рынок в Валенсии, он прям выглядит гнездом порока, потому что здесь хочется кушать все, огромные куски мяса, оливки, масло оливковое, фрукты. В общем, настоящее гнездо порока, и мы, естественно, заходим посмотреть и полюбоваться этим шикарным рыночком. И otro de estas pequeñas que pican. Оливковые, это, консистенции. Боже, какая царица Испании, оливка, посмотри, какая консистенция. Оливка, чеснок, треска, смотри, какая красивая в банках, соленая. Супер прямо. И цены, один из список. Дешевые цены, хочу сказать. Гляньте, порция какая. Хороший ресторанчик. Надо брать. Такой ресторанчик. Такой чудесный парк науки. Так выглядит. Наконец-то мы к нему дошли. Парк. Фантастика просто. Такие фантастические виды на этот музей. Очень красиво. Валенсия, конечно, меня поразила. Я не ожидала, что она такая многогранная, красивая. Этот музей
вообще науки фантастический. Все очень красиво стараются одеться. Испанцы эстеты.